Всем привет, и мы снова продолжаем играть в игру Мафия 2. Я в следующей, в предыдущей, то есть части, мы приехали, то есть домой. К маме я зашел. Ну и сейчас, после того, как я поспал, то есть мы должны поспать, я поспал, мы утром встали, и мы должны направиться к Джо. Давайте посмотрим дальше. Школьная форма, но это нам не нужно. Давайте вот костюмы, очки. Доли, оно очень нормально такое. Давайте надеваем. Вот, смотрите, какой красавчик. Ой, смотрите, красавчик просто. Хорош. Так, и мы видим, что мама моет посуду. Мы заходим, и опять эти ролики. Я быстро пропускаю их. Быстро пропущу этот ролик, потому что она там будет говорить вот это. Будет говорить вот это, трындеть, блядь, нахуй, ну нужно. Что ты такой, блядь, шхули ты очки надел, блядь. Иди, блядь, Джо, нахуй. И мы бежим. Так, это какой-то херь смотрит, блядь, в мою сторону. Блин, смотрит. Так, и мы выходим, блядь, из дома. Направляемся. Так, и опять ролик, блядь. Мне плевать. Что? А ну-ка. Что тут происходит? Что это такое? Не лезь не в свое дело. А ну-ка, ну-ка, убери. Сейчас, во, вот так вот, ебать. Мы сейчас будем хуярить его тут. Пойдем, малыш. А ну. Я отведу тебя в школу. На, ебать. О, как пугать женщин, так ты крутой, да? А меня слабо, а? Ой-ой-ой. Извините, пожалуй, я наебнулся. На! На! Комбо-удар, блядь, чисто. На! На, вот так вот. На! Связка сильных ударов. Вот так вот. Мы его ебашим, как бы то. На! Не трогай больше мою, блядь, сестру. Еще раз, блядь, тебя увижу, нахуй. Я тебя, сука, убью. На! Так. Мы его сейчас отхуярим. На. На. Ебать. Сука, вот это я ему наебашил, бля. Все, блядь. Эй, мать твою, знаешь че? Вали отсюда нахрен! Вы пожалеете. Вы оба пожалеете. Что происходит, черт возьми? Прости нас, Вита. Убоёб. Мы не хотели тебя волновать. Чем? Чем волновать? Ну уже, Франни, расскажи мне, в чем дело? Папа незадолго до смерти взял деньги в долг. Много. У ростовщика. Он надумал найти работу получше и отдать. Мы узнали после того, как ты ушел на войну. Вот. И сколько? $2000. Сколько? Черт. А хуже всего, мы должны отдать им все до конца недели, или долг снова вырастет. Ладно, я постараюсь. Кто этот тип? Я не знаю, мама не говорит. Все в порядке, Вита. Мы справимся как-нибудь. Не бойся. Я разберусь. Обещаю. Спасибо, Вита. Все, вот так вот. Береги себя. Еще раз кто-то, блядь, тронет мою нахуй сестру, я наебашу там. Тебе надо нарыть две штуки и быстро. Во, да. Джо наверняка поможет. Вот, две штуки. Ну, мы отправляемся к Джо за сохранение. Блять, и направляемся к Джо. Карта. Тап нажимаю. Недалеко это здесь. Мы то есть наебашили, сука, тому хую.
На, ебать, все, теперь мы можем биться. Наконец-то. Я этого ждал. Левый shift, чтобы ускориться. Ну я его и так зажимаю, так где он? Блять, ну надо его так идти. Довольно-таки нормально, держи, да. Хорош. Так, мы отправляемся к Джо. Думаю, он нам поможет отдать две штуки, которые, блядь, моя мама и сестра, блядь, задолжали. Ну, то есть не они задолжали, а папа мой задолжал, но когда он умер, он не смог вернуть. То есть нам надо за него все это вернуть. Тем, блядь, ублюдкам, которые... Этого ублюдка, нахуй, которого я наебашу. А хули он, блядь? Встает ты к сестре, не может нормально сказать так, чтоб доха дали, все, а хули он пристает? Конечно, я бы наебашил. Конечно, я бы наебашил. А шо такое? Идем. Так, нам, по-моему, вот сюда нужно. Так, это, не задави меня. Да, нам туда нужно. 7-7. Вот так вот. Поднимаемся. А прыгать он не может. Прыгать я не прыгаю. Вот 71 какой-то магазин называется. Короче, заходим. Открыть дверь. Все. Мы заходим. Нам надо... То есть, вот здесь что-то... Нет, нам надо вот сюда. Нам надо наверх подняться. Это что, квартирка Джо? Это его квартира? Я поражен. Такой квартиры, блядь. У меня это лучше, сука. Кто это такой? Простите, мэм, вы не знаете, где живет Джо Барбара? Направо от лестницы. И скажи ему, чтобы больше по ночам не шумел. Не нравится? Пусть ищет другое жилье. О, о. Направо по лестнице. Давайте сюда. Не точно наверх, тоже. Направо. Все больше. Или сюда. Подождите, я не помню. Мартин Косок. Нам Джон надо искать. Блять. По лестнице направо. Ну ты, блять, хоть скажи. Вот так, чтоб вышел, блять. Мне нужно опять вниз спускаться. Так как он там уже. Так, вот Джо. Вот он, Джо, наконец нашел. Мы заходим к нему. То есть, чтоб поговорить. Я не вовремя. Нет, совсем нет. Заходи, поговорим. Это было смешно, реально. Так, девочки, закругляемся, у меня дела. Девочки, о, это шлюха. Вы видали, которую мы встретили? Может, мы все вместе повеселимся? Которую мы встретились в баре. Похож ты молодцом, Джой. Неплохо. Я тебе скажу, это испаночка что-то с чем-то. Ну как дела дома? Ладно, давай по делу поговорим. Мама, правда, была не рада, когда я упомянул тебя. Ты ее знаешь, хочешь, чтобы я нашел честную работу? Будешь искать? Не знаю, но точно не буду повторять ошибки моего папаши. Мне нужно заплатить его долги, встать на ноги и найти себе жилье. Нужны хорошие деньги, а столько горбом не получишь.
Ну. Да живи у меня сколько надо. Найдем мы тебе работу, где ты будешь зарабатывать и не убиваться. Звучит как музыка. Сейчас я живу на 20 баксов в неделю от дяди Сэма. Я знаю, 20 баксов. Вы это слышали? Ну, в те времена это были деньги. И 2000 долларов это были деньги просто в те времена. Не говори. Ну а сейчас можно сказать, что 2000 тоже пригодится, но они не такие. Пошли. Уж большие деньги, как в те времена. Следовать за 3 года ты заработал на всю эту роскошь? Скорее, так, за 3 месяца, и думаю, мы на этом закончим нашу 3 месяца? Третью часть видеопрохождения по игре «Мафия 2». Встретимся в следующей части, я обязательно выпущу, мы будем за Джо. Ну а сейчас всем спасибо за просмотр, пока, до встречи.